Какая-то странная надпись. Бум, бурум, бум, бум, присядь, барам-бам-бам. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушечку под названием Sticks Master of Shadow. В прошлой серии я был где? Был. Я не помню, как прошлая серия карта называется, но там Стикс убил Кербера. И этот гад, да, вот Стикс убил старого Кербера. Сейчас я ничего не могу сделать. Но эльфийские коконы помогут мне освободиться от его власти и увеличить мои шансы на победу. Но сначала надо разобраться с отродьем Берримена, занявшим место отца. У малыша амбиций хватает, но если я добуду ключи, то освобожу так остроухих. А, и, кстати, здесь реликвия где-то валяется, да, по-моему? Да, точно, какие-то по трубам надо, по трубам. Значит, на эту трубу залезть, на эту трубу, а отсюда вылезти. Окей. Точно, да? Перегонный завод, да, перегонный завод. Вот, и на власть пришел теперь какой-то... Еще один... Хрен. Так, а зачем я его убил-то вообще? Ну ладно, убил и убил. Сохранимся. Хотя я мог тут всех по-тихому. Вот, к власти пришел какой-то плюгавик. И он теперь тут все городит... О, дублончика я не заметил. Городит какую-то херню. Мне надо у него ключи выкрасть. Где он ходит-то? Вон, подручный. Подручный, с подручной. А я не посмотрел ни хера. Если там кто-то сейчас есть, а я уже открываю. А, ну нормально. А, не, не нормально, я что сделал? Никого. Хорошо, что никого. Так, давай выпьем. Янтарчика. Блин, последний флакон. Так, что у нас тут? Два стража. Так, один ходит. Еще один стража. Да хорошо, что ты тут пошел. Так, нам надо по-максимальному освободить все. Чтоб меня не полили. Тут никого? Тут никого. Давайте я быстренько уносим, 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 уносим. Так, тебя прятать некуда. Ладно, тогда вот тут положим. Сейчас еще свет выключим. Вот сюда вот. На. Валяйся. Так, сохранится. Сохранится. Вот. У. Ты не трогай, не шуми. Так. Что теперь-то у нас-то тут-то происходит вообще? Так, один наверху стоит, один внизу. А внизу мы можем убить, нет? Во, а вот трубы какие-то, смотри. Может, вон туда, вон, смотри, спуститься в... Точно, смотри, я нашел. Так, а ты что не хочешь туда? Запрыгнуть. Оп. Молодец. Развязать зачем? Нет, не надо шуметь. Ох! Так, а как? Мне вот ту... Ух, нихера себе за трубу схватился. О, дублон вижу. Ты тоже видел, да? Смотри. Дублянский. Так, и, кстати, вышла вторая серия. Ой, вторая серия, вторая часть этого Стикса. Что-то там... Darkness. Но она, зараза, вся на английском. Так, давай сохранимся. Пока там русский выходит, можно будет. Я вот не умею спускаться вниз. Так, вот здесь, что ли, что творить надо? Я бы не сказал. Что надо тут что-то варить. Вон, может, он там где-то... Опа, а это я где вообще? Так, если я тут спущусь, то я наверх-то больше не заберусь.
Ладно, пойдем тогда ключи справа выкрадим. Блин, перевеликви, это у нас второстепенное задание. Давай на кочане посмотрим. Нет? Не могу. А я давай бутылки наполню янтарем-то. Коля, я уж тут-то, блин, наполнил бы бутылки. А чё, никак, да? Неужели понизу теперь надо? Блин, а там охрана. Охрана, встает охрана. Так, это я теперь вообще вниз спустился. А так, а ты чё бегаешь-то? Ты чё босой бегаешь? Так, тогда не будем сохраняться, чтобы не портить мою ту автосохранение. Так, погоди. Так, я, в принципе, должен успеть убить его до того, как он это... Нет, смотри, не успел. И не тут, да? Реликвии-то у меня не тут. Не стесняйтесь использовать клона, чтобы отвлечь внимание стражника. Клон с радостью умрет за вас. Так, давай тогда туда не будем спускаться, коль я тут наверху уже. Сейчас вот у этого подручного мы... Оп, а вот этого я не увидел. Так, давай знаешь что? Вот так. Иди сюда. Иди, иди, быстрее. Так, кислоту не будем тратить, сейчас мы тебя тоже отнесем в этот. Наше логово. Давай, вот тут валяйся. Идите. Застрял. Давай. Вот тут валяйся. Ух ты ж, этот меня стул доконает. Так, теперь можно уже, по-моему, нормально выкрасть. Без каких-либо проблем. Вон там народу прям вообще просто немерено. Так, а ты где? Вот этого наверху бы еще как-нибудь снять. Ну если что, у меня есть один даггер. Вон, вон там. Нет, не там точно варить. Варить надо где-то по трубам. И... Привет, лысый. Ready, elves. It's save your time. Готовьтесь, эльфы, пришел спаситель. No, no, нет, нет, рака. Оставь их. Черт, опять в голове моей, да? Все эти эльфы веков, они следили за мной, подслушивали, шептали мне в душу. Тысячи голосов шипели, свистели, бурчали. Не давай ни минуты покоя, я больше этого не вынесу. Это мой шанс покончить со всем этим. Оставить их там. Я должен добраться до сердца дерева. Они меня не остановят. Боль. Она усиливается. Я не пойму, как ее унять. Мозг превратится в пюре. Все, кончили, да? Кончили трещать. Кончили. Так, теперь мне, значит... Так, там я янтарь вижу. Этот спит. Этот за решеткой меня нихера не увидит. Обокрась. Найдем флакон с кислотой. Отлично. Сейчас еще янтаря возьму. Так, а почему я тебя полить кислотой не могу? Янтарчик.
Больше ничего тут? Ничего тут. Так, это мы сохранили. Так, нахер тебя тогда? Ну, ты мне, в принципе, мешаешь, но... Бо-бо-бо-бо-бо-бо, кто меня заметил? Кто меня, мать, заметил? Хотя вот, видишь, тоже трубы какие-то. Так, а нет до механизма, да, 56 метров. Окей. Успел, да, нашуметь? Зараза. Почему я вот сюда пройти не могу? Смотри. У него во рту нож торчит. Так, ну ладно. Мы более-менее тут расчистили. Сейчас еще вот этого отчика поупурим. На. А там, опа, там смотри, страж стоит. Хорошо, что я там не пошел-то. Так, тут ничего не трогается. Ничего не трогается, да? Плохо. А! Да спускайся ты. Так, я не успел на него напасть, а в принципе и не надо было. Там, смотри, там инквизитор еще какой-то, хрен, блядь, там толпа целая стоит. Фух. Там, в принципе, мне вообще тогда делать нехер. Да, вот здесь вот понизу пройдемся. Ой, смотри, а трупы-то пропали. Смотри, голова осталась и доспехи. Охренеть. Да, инквизитор. Интересно, он как, он тут ходит? Нет. Чё ты на бутылке смотришь? Смотри, сколько они тут янтаря таскают, а? Так, а инквизитор нигде не кушает, да? Зараза сраный. Так, а куда б тебя? Во, в ящик. Отлично. Так, надо сохранить. Потому что там с этим инквизитором придется сейчас шахматы играть. Опа, вот он. Почти спалил. Так, а зачем мне сюда? Я надеюсь, он меня не спалит. Кто-то меня увидел. Уху-ху! Смотри, как я прошел-то. Таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. Мы убийцы, мы маньяки. Да, вот туда положим. Так, еще раз сохранить. Пока идем отлично.
А, там мне только дублон, что ли, взять? А, вон те, вон меня, наверное, запалили. Так, ну вот этого-то я не сниму никак, по-любому. Запалили. Да ладно, только за дублоном, что ли? Да ну нахер. Если б я знал, я бы не пошел. Да, пошли тогда, знаешь что? Пошли тогда искать, где у нас реликвия. Потому что мне очков надо много. Вот здесь же можно вниз? Нет, нет, нельзя никак вниз. Тихо, где же мне тогда? Я почему-то не хочешь туда прыгнуть. Да, ну и в принципе тут нахер. Тут делать нехер. Пойдем в другую сторону. Вот здесь полазим, дублом поищем. О, какой нахер дублон этот. Реликвияшку. Так, стража стоит. Две штуки. Это я куда? Это я в ту комнату. Нахер мне в ту комнату-то? Блин. Кто так строит? Кто так туннели строит? А, во! А я сюда трупы таскал. Тогда ну нахер, тут нам делать нехер. Я только что отсюда. Там-то я всех перерезал, уже перебил. Так, аккуратно, чтобы вот эти не заметили. Так, по трубам сказано как-то вниз, ага. Вообще, что ли, вниз? Так, там он ноги чьи-то вижу. Оп. Так, а у меня даггеров нету? Нету даггеров, твою жиша. Кто меня видел? Где я брожу, хожу-то, а? Так, заметили, уроды. Так, а я тебя срезать могу. Ленин, ёпта. Ой-ой-ой. Так, это куда-то ушел. Вон они бухают, смотри. Так, ну ладно, этот у нас рабочий. Он мне, в принципе, нахер не нужен.
Блин, а ты встал, что ли? О, это сральник, смотри. Чё взять? Прикинь, в сральнике флакон с жизнью. Охренеть. Все, нахер смотался оттуда. Сейчас вот здесь, вот с этой стороны пойдем. Так, тухнет, а только нахера мне. Мне там делать нечего. Это здоровая печь. А может там что есть? Нет, там ничего нету. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас мы тебя еще испепелим. Я застрял. Я двигаться не мог. Тебя можно сжечь? Нет, не сгорел, прикинь. Офигеть. Так, ну ладно, это мы сохранили. А что дальше-то? Где реликвия? Так, погодим. Ты пить пойдешь? А тот тоже не пойдет, да? Да нет, нет, смотри, тут реликвии-то. Только лючки какие-то. Не туда, видать, пришел. Зашибись, а тут инквизитор ходит. Так, там только дублон. Я что, сразу за дублоном пришел? Ладно, давай сохраним. Вагонетка. Так, ну ты собираешься шевелиться, нет? Слышь, жестянка, давай двигай булками. Уже же зараза-то, а? Вот как можно стоять, вот тупо в стол вдуплять, а? Ну ты прикинь, вот полки подходишь такой, говорит, пошел я к полке. Подошел, встал и вдупляешь. Ну это пиздец, а? Он мне дублон не дает собрать. Кого-то, кто-то меня видел. Ух, нихера я вышел, смотри. Так, по ходу дела я ни хера не нашел. Это я вышел вообще в начало. Не нашел я где артефакт. Прикинь. Всю нижнюю карту прошел. Нет там артефакта. Так, тогда... Тогда пойдем вот так, да? А как мне ваше внимание отвлечь? Так, а действительно, а что мне с вами делать-то? Так, недостаточно янтаря. Так, флакон с янтарем. Выпить... Бляхин-мухин. А что делать тогда? А как я тут пройду-то вообще? Там один этот хрен, который вообще не убивается ничем никак. Жрать он не ходит. Точно, смотри, я сейчас их отвлеку. Отвлеку, знаешь, чем? Отвлеку их вот этой херней наверху.
А только как мне туда пройти? Мне надо как-то наверх. А наверх мне не дают пройти. Тут-то мне тоже не дадут. Ой, а смотри, он куда-то ушел. Может, он там реликвия? Да ничего тут не происходит, ты не иди сюда, главное. Да, похоже, ты ошибся. Так, этого убивать нельзя. Потому что если я этого убью... Во, я мог как-то сюда вот так пройти. Это где? Это вот тут, точно. Я мог вот так пройти. Окей. Так, значит, давайте тогда сохраним. Да, вот тут. Так, отвяжем вот эту херь. А. Так, с обратной стороны ее надо отвязывать. А, и чё? А никак? Так. Так, давай сохраним, развяжем, посмотрим, что они вообще сделают. Так, а как мне туда быстренько спуститься? Да никак. Да, вообще никак. Ну и нафига я тогда развязывал? Чё за херня? Чё так сложно стало? Ой. Так, а это я где этот ходит, да? Нет. А где это я? Так, ладно, давай тогда тут тоже сохранимся. Фух, его убило. Не успел ты сказать, его убило. Самое главное, чтобы ты не заорал. Вот и нормально. Я вас перерезал. Опа, янтарь. Перерезал, перечикал. О, смотри, они тут янтарь качают. Вот так, хоп-хоп-хоп. И бутылочку сразу наливают. Ушлепки. Так, ну вот. Нет. Нихера. Смотри, она даже переливается все. Вот, через большее окошко посмотрим. Ух, нихера себе там. Вот это там прям вообще просто. Чего е? Так, мне теперь надо как-то запустить, чтобы янтарь потек. Он потек. Вот, это и была вот эта штука-то. Артефакта. Так, а потек-то у нас? Так, потек-то у нас туда. А как нет теперь туда? Да ладно, только через дверь, что ли? Так, а посмотреть. Ладно, давай, открываем. Можно низом?
Так, F5, значит, мне надо... Она туда, туда. Все плохо, да? А мне не хватит невидимости, да, чтобы проскочить? Давай попробуем. Так, монстр меня засекли. Блин, а я янтаря не выпил. Блин, вылез. Вот хотел 4 сразу нажать, а у меня янтаря не хватило. Дрын-дрын сделал еще. Так, давай янтаря тогда херанем. И давай вот тут F5 нажмем. И почесали. Да что ж вас тут так много-то везде? Надо не в ту было сторону бежать, надо было налево. Тяжелая-тяжелая миссия, прям вообще пизда. Мне бы он поверху бы вот так пройти, а? Ну, поверху мне не никак. Давай попробуем все-таки на колбу запрыгнуть, с которой я спустился. Может, вот здесь вот со стола можно. Опа, я застрял. Нет, не застрял. Почему тут не может вот эту железочку зацепиться? Так, а давай трешечку. Да, нигде не цепануться. И вот так он не хочет. А вот так. А вот так тут тоже ничего. Заразы. Блин, я бы тут вот так вот уже, блин, давно бы залез. А Стикс такой, блин, попрыгушка и не может туда забраться, зараза. Ладно, давай тогда. Так, значит, ты где-то... По каким трубам ты вниз-то ползешь? Так, оттуда я выбрался, сохранились. Так, вот по этой трубе, наверное, и... Я понял, где это. Вон вентиль, наверное, да? Вон тот главный. Так, стой, подожди, нет, а вот здесь спустись. Там тебя нету. Там тебя нету. Ладно, сохранимся. Ой, ну чё вы вечно с охраной-то ходите, а? Так, ну вас мне, ребят, не убить. Да, вентиль, смотри. Так, и что произошло-то?
А? Опа! А мне это пофиг, да? Охренеть! Я мог тут и не мучиться ни хера. Так, а где мне надо тебя искать-то теперь? Так, это замуровано. Так, давай сохранимся, я тут их всех перетравил, вообще классно. Так, а ты-то как живой? Слишком много песка. Так, даггеров у меня нету, да? Так, а где мне теперь искать-то янтарь-то? Его не янтарь, а эту реликвию. Вон там, точно. Как это потушить? Блин, мне бы дагер. А он ходит, нет? Там кто-то шевелится. Так, давай сохранимся и попробуем вот этого. Так, ладно, хорошо, загружаемся. Плохо я его так убивал. Не надо было так. Так, это мне куда? Ох, ну нахер. Да нифига, по-моему, не туда, да? И нифига, по-моему, не тут. Где ёшка-матрёшка реликвия, а? Так, там еще один живой. Лучше бы тоже внизу все передохли. Смотри, я вообще всех перетравил тут на этом уровне. Так, нести труп не надо. Нести труп. Где реликвия, мать? Так, а тот помер? Ну, тот не помер. До того не достало, да? Да. Хе-хе. Ну и ладно, зато тут весь уровень чистый. Опа, секреточка, да? Нет, ни хера. Так, ладно, и 5. О, а, это дублон. Нахер мне дублон. И это не открывается. Может, наверху? Нет. Так, там сказано, что-то по трубам. По трубам она вниз куда-то полетела. А нигде ее что-то нихера нету. Может, я уже прошел вокруг нее несколько сотен раз? Так, а мне-то почему на янтарь пофиг? Так, это я отсюда пришел. Так, это вон тот хер там стоит. Там дублон, в принципе, можно взять. Так, давай еще раз посмотрим. Реликвия. Значит, там где-то я что-то нажал.
Плюс всех отравил, равно чё, куда? А, кристалл попал в янтарь, равно всех отравить? Нет, а реликвию тут где достать? Так, ну она не наверху, это точно. Вверх я весь облазил. Так, ты у нас тоже живой ходишь, тут нахер нам делать нечего. Так, пойдем тогда по трубам. Чё? Может, она вот в этом чане? Да нет. Или мне у этого чана тоже надо что-то нажать? Так, она пошла вот по этой центральной трубе. Значит, она должна была вот в это упасть сюда. А там ничего нету. Ладно, попробуем, пойдем вот этого чана нажмем. Может, этот чан тоже активируется. Давай, 5. Нету никого. Он здесь внизу только сидит, да? Да, вот он. Главный чан, а рубильника нету. Может, он тоже с той стороны? Нет, нет рубильника. Вот факт. А наверху крышки никакой нету. Может, поэтому мне там надо всех перерезать аккуратно, потому что там крышка. Да нет, а там вон просто дощечки, я там бегал. Так, а тут? Не, он тут даже не цепляться не хочет. Как и тут не хочет. И чё ж делать-то? Там я уже все облазил. Бляхин. Мадряхин. Во, точно, я на чане дырочки видел. Ну-ка. Может, на чан сейчас спрыгнем. Так, развязывать не надо. Нет, куда я залез-то? Ой, я что-то вижу, смотри, дублон там. Нет. Прикинь, мне показалось, что тут что-то блестит, а нихера. Так, и чё, нету. И тут тоже нету. Так, последний чан. Да ладно, это что, есть вот этот артефакт, что ли? 1, 1, 2, 3. Смотри, кристалл попал в эту и получился газ. Ну, все правильно. Ну, а нахера я тогда всех перетравил-то?
И чего вот эти заточки? Ну, короче, хрен, простышь, что это заточки. Ладно, ой, что-то как-то я уже много, блин, наигрался. Давай тогда уже в следующей серии мы найдем реликвию и пройдем туда к этому механизму. Да, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч, пока-пока.